Это улица Тюльбердиева. Асфальт-сервис в прошлом году начал ремонт этой улицы от Кокчетавской до Саадаева. К сожалению, после того, как они сдали первую часть, это там парк имени Тюльбердиева, улицу Тюльбердиева перестали делать. На вопрос, почему, что стоит ответить. Вот, кстати, бетонные блоки, которые они оставили. Вот, приходится по таким ямам ехать. Подготовительные работы они завершили, но основные работы они не сделали. Начиная от улицы Баталиева до Саадаева нету, к сожалению, асфальтового покрытия. И дорога превратилась в одни ямы. А раньше здесь был советский асфальт. Можно было хоть как-то ездить. Сейчас пыль стоит ужасная. Местные жители, наверное, очень замучились этой пылью, кто живет вдоль этой улицы. Ну а нам приходится добираться через вот такие вот ямы. Еще после того, как дождь пройдет, здесь ужасные лужи, грязь, слякоть. Почему асфальт-сервис никогда не завершает свои проекты до конца, до логического завершения?